как получать 100 тысяч рублей в месяц и ничего не делать, чтобы деньги сами шли. Очень простой вариант предлагаю. Смотрите, берем 100 тысяч рублей, умножаем на 12 месяцев, получаем 1 200 000 в год, умножаем на 100, делим на 20%, получаем 6 миллионов. Вы можете проверить. Значит, все очень просто. Надо положить 6 миллионов в банк под 20% годовых. Ну, там, подставьте формулу, если не 20, то другую сумму, другая сумма получится. Все! Вы получаете 100 тысяч в месяц. Ну, ты гений, блин. Во-первых, где их взять? Во-вторых, у меня их нет. Что скажешь? А вот об этом я расскажу позже. Поэтому подпишитесь на мой канал, не пропускайте мои видео и узнаете буквально в следующем видео. До встречи!